этих юных музыкантов на Дону не проходит ни одно большое джазовое событие. В Таганроге биг-бенд школы имени Кима Назаретова открывал фестиваль «Мир джаза». Фестиваль, который впервые сопутствовал одноименному международному конкурсу молодых исполнителей. Фестивальные концерты в Таганроге и Азове создали праздничную атмосферу. А в Ростове тем временем шли последние приготовления к конкурсу. Позови всех. Если там, скажем, из Израиля приезжал один-два человека, в этом году шесть. Там, если из Армении приезжал один конкурсант, в этом году четыре. Из Литвы традиционно четыре. Понимаете, из Москвы, там, я не знаю, 12 только из Академии Гнесиных, по-моему. Из Маймонида Академии, из Института культуры, из, что приятно, из колледжа, который на Ордынке, тоже в этом году будут участники. Из Санкт-Петербурга, из Минска, из Самары. Дорогие друзья, прошел год, да? И вот сегодня мы стоим у начала очередного международного конкурса «Мир джаза». Нынешний конкурс особый. Он проходит в год 80-летия выдающегося музыканта, создавшего здесь, в училище, джазовое отделение, организовавшего здесь же 26 лет назад первый всероссийский джазовый конкурс молодых исполнителей. Юбилею Кима Авидиковича Назаретова и посвящен 12-й конкурс. Я считаю, что это одним из таких ведущих конкурсов в России. И связано это с тем, что здесь, в этом городе, я считаю, что Ростов очень джазовый город. Потому что существует такое высочайшего класса образования и в колледже искусств. И вообще какая-то аура такая джазовая, она присутствует в этом городе. Я вижу просто результаты, потому что многие конкурсанты приезжают и учатся у нас в академии. Мы с удовольствием их принимаем, и я считаю, что они не только соответствует уровню, но где-то и в каких-то случаях и превосходит тот уровень вступительных экзаменов, которые мы, так сказать, устанавливаем. Нам приходится повышать планку как раз из-за ваших студентов. My ideal. Джазового образования, которое известно сегодня и в России, и за рубежом, тоже ведет свой отсчет с эпохи Кима Назаретова. Сегодня же именно в Ростове есть и школа, и колледж, и консерватория, где можно получить джазовое образование. И так же, как во времена Назаретова, здесь, в стенах бывшего музыкального училища, а ныне колледжа искусств, каждый год проходят состязания, теперь уже международные, молодых джазовых исполнителей. В общем, зная требования жюри, безусловно, то, что в программе конкурса есть стандарты, которые могут быть внезапно предложены, они требуют определенной подготовки участников. И участники все очень сильные и умные. Суть в том, что в последние годы в условиях конкурса определены 10 джазовых стандартов, которые заранее готовят музыканты. Во время прослушивания один исполняется по желанию конкурсанта, второй называет жюри. Ведь джаз – это не только техника. Письмо другу. Принимают участие пианисты, саксофонисты, тромбонисты, трубачи, гитаристы, контрабасисты и ударники. Победителей определяют международные жюри во главе с народным артистом России Игорем Бутманом.
За вас есть кому радоваться. Ну, да, в общем, вся Уфа, наверное. Это было просто удовольствие от того, что я выступал с очень хорошими музыкантами. А также это было общение на джем-сейшене, такое музыкальное общение. Именно в свободной обстановке, не в конкурсной. Для меня это большое событие. Я очень рад. Прям джазом, пропитан. Да. Я тут впервые, и я вообще порадовался самому мероприятию, потому что, ну, очень много положительных моментов было, очень много талантливых ребят, с которыми я познакомился, и сама организация очень хорошая. Могли думать только о музыке, о том, как заниматься. И еще мне понравился очень саксофонист из Литвы. Он имеет свое собственное звучание интересное, очень необычное. Что-то в нем такое услышал, ну, не знаю, что-то новенькое для меня. Забегая вперед, скажем, что сам контрабасист Артем Баскаков, удостоенный первой премии, единственный из конкурсантов, получил еще и диплом за оригинальную аранжировку. Соперники. И все же на конкурсе всегда царит особый дух. Музыканты из разных стран охотно помогают друг другу и, отыграв свою конкурсную программу, аккомпанируют другим. А в зале всегда есть и зрители, и болельщики. Нравится вообще присутствовать тем, что приезжают ребята с разных городов, с разных стран, и они могут поделиться опытом с тобой. То есть ты не просто бездумно сидишь и слушаешь музыку, ты можешь потом пообщаться с ними. Они рассказывают много нового, интересного. Мы просто играем потом вместе, идем в класс. So, it's song. Очень понравился вот гитарист, который первое место занял, потому что я ему аккомпанировал, вообще случайно получилось, я не думал, что мы с ним будем играть, но он попросил нас с Виталиком ему подыграть, и я прям был приятно удивлен, потому что он очень молодой, ему 17 лет, и он так играет, как не каждый взрослый на самом деле. Для этих ребят участие в конкурсе еще впереди, надо подрасти. Поэтому программа называется «Перспектива конкурса». Как-то душе больше нравится именно джаз. Именно такая музыка ближе к самому, к сердцу. Джаз – это импровизация в первую очередь, наверное. Я думала, что флейта – это только классический инструмент. Но мне моя Ольга Игоревна, моя учительница, сказала, что такие джазовые музыканты тоже могут быть флейтисты. И я поверила себе и сделала это. Я выступила тут. Я очень сильно боялась, у меня все получилось. И я почувствовала, что отлично флейта сочетается с джазом. Это все. До этого я играла на флейте, а потом я пришла на саксофон, потому что как бы в группах саксофон более популярен, и это уже сам, когда играешь, самому сердцу радуется, весело играть. Ну, очень красивый звук, и под него можно танцевать. Но даже внеконкурсные выступления на этой сцене большая честь для будущих музыкантов, которые, однако, уверены, что когда-нибудь в концертах их будут объявлять. Великая джазовая артистка Алексюк Людмила. Что не советую, это салонные. Если прослушивание юных музыкантов – дополнительная часть программы, то мастер-класс – обязательное и очень важное.
Из года в год, после того, как соревнования уже окончены, но имена лауреатов пока не названы, члены жюри общаются с конкурсантами. И, как правило, на этих встречах речь идет о самом важном, чем хочется поделиться и чего ждут молодые музыканты. Очень необходим обмен опытом, очень необходимо общение с иностранцами. Все-таки джаз – изначальная культура, не русская. Одно дело учиться по видеоматериалу, по теоретическому материалу, а когда вы живьем общаетесь с такими музыкантами, как Рэнди Брекер, Артур Сандовал, и общаетесь с ними, и играете вместе с ними. Я думаю, что в этом как бы преимущество Москвы перед Ростовом. Но будем надеяться, из Москвы они будут как ранее лететь в Ростов, потому что в свое время здесь был и Дюк Эллингтон оркестр, и Ди Хайман оркестр, Ким Назаретов летал специально в Москву, находил каналы и привозил эти оркестры в Ростов. Это был оркестр Тед Джонс Мэй Льюис. Я был на одном из концертов и видел афишу, что они были в городе Ростове, в городе Тбилиси, город Москва. Посоветовать хотелось молодым исполнителям, что идите на концерт и думайте не как вы быстро будете играть, как профессионально. Это обязательно надо. Это уже об этом даже спора нет. Здесь ведь пришли все профессионалы. Уважайте зрителей, слушателей и цените его. Дайте ему что-нибудь такое, что показать только себя. Не американца, не русского, там, не литовца, не еврея. Там. Потому что джаз ведь это всемирная музыка. И если ты играешь стандартно, так всегда найдутся, кто еще и лучше немножко играет, и быстрее. А вот если ты покажешь собственное лицо, если ты будешь играть ту музыку, которая идет из твоего сердца. Да, я люблю джаз. Джаз – это просто такая музыка, где можно все делать, что ты хочешь. Другая музыка этого не позволяет. А в джазе это очень возможно. Мы когда брали стандарты, там было наполовину русские стандарты, наполовину зарубежные. И нам было интересно играть русские, потому что мы не знаем, как они звучат, записи не имели. И поэтому аранжировка на саму собой вышла какая-то такая. Господин Великий Новгород, второй произведение, а первое я играл Чикарею. Это все стандарты мировой известности, их много раз играли, самые различные музыканты. И когда мы слышим, что еще и вот эти наши молодые ребята, некоторые привносили еще что-то новое, это нас, конечно, радует и показывает, что уровень интеллектуальный у этих ребят хороший. Но, скажу так, к огорчению были такие моменты, что некоторые исполнители не понимали смысл и художественный посыл тех пьес, которые были запрограммированы. И, конечно, каждый вечер молодых музыкантов собирал непременный джазовый сейшн, где каждый мог показать себя, не волнуясь под строгими взглядами жюри. Он просто профессиональный музыкант очень высокого уровня. Если честно, не к чему было придраться. И мы его еще слушали на джем-сейшн после того, как мы уже решили. И он показал свою индивидуальность на уровне конкурса молодежного в соответствии с его возрастом. Он играл как бы на 20 лет старше, чем он. В нынешнем конкурсе принимал участие только один трубач. Ему жюри и решило вручить гран-при. Вообще же, за всю историю конкурса гран-при присуждали трижды. Первый раз воспитаннику джазовой школы Кима Назаретова, саксофонисту Алексею Некрасову. Второй – также ростовскому саксофонисту Евгению Рингу. 4 года назад гран-при получил выдающийся пианист и вокалист Олег Акуратов. С тех пор Олег – участник фестивальных проектов по всему миру, но он по-прежнему в орбите конкурса. Конкурс для меня дал, конечно, большое развитие в джазе, потому что это, на самом деле, очень интересный конкурс, очень престижный. А для того, чтобы заработать гран-при, надо всю жизнь сидеть, заниматься, пахать и пахать, пахать и пахать.
Нынешний победитель Иван Акатов пока еще учится в Академии имени Гнесина. Это его первая большая победа. Я не соревноваться приехал, а просто для удовольствия. В прошлый раз я играл там с замечательным трубачом Дмитрием Незнакомым. Вот, и мне очень было приятно с ним поучаствовать. Вот, я очень желал ему победы, и он уехал с первого места. Я за него был очень искренне рад, и я знал, что просто мой черед тоже когда-нибудь настанет. Премия Гран-при 12-го международного конкурса молодых исполнителей «Мир джаза» присуждается Акатов. И вот он, торжественный момент. Среди призеров музыканты из Израиля, Литвы, Армении, из Москвы и Уфы. И только один победитель из Ростова-на-Дону. Есть о чем задуматься. Мы вон сейчас решили, что хотим в следующем году тоже принять участие. Вот, так что мы 4 года наблюдали, росли, наблюдая за ребятами. Мы смотрели, как они росли, и теперь хотим сами принять участие. Конкурс молодых исполнителей «Мир джаза» продолжается. Приезжают и те, кто участвовал в прошлом году, и действительно заметно, как их уровень растет. И вот Иван Акатов, если в прошлом году занял вторую премию, то в этом году получил гран-при. Так что и другие музыканты, в общем, все считают, что это престижный конкурс. К нам приезжают как еще больше участников из разных стран. Мы очень гордимся этим. Расширяем географию российскую, географию международную. Вообще мне надо с саксофоном бежать. Они сейчас закончат. Конкурс завершен, но фестиваль продолжается. Теперь же на большой сцене музыкального театра. Лауреаты прошлых лет и обладали гран-при сегодня будут принимать участие в гала-концерте. И вот в концертах, которые проходили в области, в городе Азове, в Таганроге, там тоже были лауреаты прошлых лет. И был и детский биг-бенд джазовой школы имени Назарета, и был биг-бенд нашей кафедры консерватории. Вот сегодня будет наш биг-бенд, который в колледже базируется, как это было еще во времена Кима Назарета, где все начиналось. Вместе с лауреатами прошлых лет на сцену вышли и нынешний обладатель гран-при Иван Акатов, и студент Ростовского колледжа искусств, гитарист Максим Литвиненко, получивший 3-ю премию, и председатель жюри. На то и мир джаза. Не знаю, мне было очень интересно просто всех послушать, потому что здесь все, в принципе, сильные очень ребята. Это хороший опыт, мне кажется, для всех нас. Спасибо.